Читатели, что мы собрались на руку Санта Гаудзиматхи, что мы будем прославлять моего дорогого духовного брата Пуджапатиртху Махараджа. Сегодня мы празднуем день ухода. Что значит вираха, разлука? Ви значит особо, раха значит как вираха, разлука, ви, раха, да, вишеш, особая, высшая встреча. Разлука — это высшая встреча. Да. Я уже... Когда кто-то живет с нами, то мы не можем понять его славу. Когда, как Ума Диди говорит, что у нас пока зубы, то мы не ценим их. Когда мы теряем, тогда мы... Когда у нас зрение хорошее, то мы как бы... То есть мы ценим глаза, когда мы их потеряли. Когда Махарадж был с нами, то мы не знали, как бы не могли его славу. Вот пока он с нами был, когда, то есть он был всегда очень близок к Гурудеву Антаранга, он как бы был очень близок к Гурудеву в служении. И я вижу в нашей Гурварге, в Гурудеве Самите, они очень сильно как бы уважали его. Я помню одну катху, когда мы жили в Кешва Джигаудзиматхе. В то время наш Нитилил Прешна Штабад Дживанджанадар Гусвами Махарадж, он приходил, наш Кешва Джигаудзиматх, во время Варджаман был парикрама. И то есть он прожил на месяц, на полтора месяца, каждый день. Мы слышали очень много катхи, красивые от него. Особенно... Сувананда Прабху. Мы
То есть, ну, Махарадж, он очень искусно цитировал шлоки. Удивлялся этот новый брахмачари, он говорил про Тиртхападжапатитха Махараджа. И он говорил, как он такой юный, так хорошо разбирается в Арсататве, может такую катху рассказывать. Так, пока мы, Махарадж с нами был, мы особо его не ценили. Но когда он уходит, мы понимаем, что насколько он как бы дорог, насколько он много делал для нас. Паджапатитха Махарадж, он был экспертом во всех предметах, всех татвах. На Бенгале есть такая поговорка, эксперт со стоп до головы. Все он знал, экспертом был во всей работе. Он мог рассой сделаться. Я сам видел, когда он Кешича Гудзиматхи давал очень много разных блюд. Говорил, Шиван, где ты? Ты должен рассказать Харикатху. Я видел, как он в гамче. Также там были от сажи пятна. И он как бы прям с кухни выходил, в рабочей одежде, и давал, брал микрофон и рассказывал Тату Сиддханту Раса Катху. Тату Сиддханту, Раса Сиддханту. Вообще, особенно он любил Раса Татву. Он всегда проставлял настроение разлуки, Радхи Карани. Особенно эту лилу, которая на Удавакьяре проходит. И так иногда, когда он рассказывал катху на Удавакьяре, его голос прерывался, его слезы текли. Я сам это часто видел. Так что Кумади Ди сказала, на самом деле, Гурудев. Когда Гурудев тоже на Удавакьяре сказал Харикатху, и его от эмоций переполняли, он уже не мог дальше говорить, то он передавал микрофон Шубанандху Брахмачари, Пуджапатитхе Махарадж, и тот продолжал рассказывать после Гурудева. И все слушатели, они все слушали очень внимательно, настолько захватывающе он рассказывал. И после Катхи он сам распространял просад, все брахмачари, саньяси. Они садились есть просад, но я сам видел, как Тиртха Махарадж, пока все брахмачари саньяси, они все не поедят, то он сам никогда не брался, не ел, пока все не поели. И поэтому наверняка вы все видели, как это было в последнее в Раджа Мандали Парикрама. Вот, Нанады Парикрамский, он брал свою палку. Если кто-то брахмачари садился есть, вместо того, чтобы раздавать, то он говорил, эй, ты тут что, есть, сюда есть пришел? Иди, раздавай. Иногда он брал данду и своей дандой подгонял людей. Его сердце было таким мягким. После того, как он ругал, он брал немного просада. Он всеми руками раздавал брахмачари, те, которые раздавали. И он также знал все шастры очень редко. Обрести можно общение с таким вайшнавом. Я также хочу вспомнить одну вещь, и на этом закончить хочу. Вот я понял, что в Шримад Бхагаватам Прахлада Махарадж очень много шикши, очень много наставлений полезных дает.
говорит, что невозможно, то есть нет чего, чтобы человек не получил гуру Севы. Все можно получить от гуру Севы, искренне гуру Севы. И Джамаджанарда Госвами Махарадж даже приехал на Навадвип Парикраму. Вначале он приходил, в Навадвипе он приходил, когда он вначале пришел в храм, Шлоки не знал Шлоки, то есть, ну, как бы там не мог вспомнить, все смеялись, но потом, когда он, потом он переехал в Навадвипу, он выучил все эти Шлоки. И там из Ликас Маркета, ну, напротив базара, напротив храма, он носил воду оттуда. И когда он носил воду в храм, ну, там не было этого водоснабжения, то носили так воду. И он пока носил, он учил шлоки. И вот за это, со время этого служения он выучил огромное число шлок. Я слышал своими, своими глазами, видел в Мадхуре, Мадхе, когда нашел Мадзи. Она приходила к Шиванда Брамачари, к Сиртхи Махараджу, и спрашивала столько много вопросов по татве. Наш Сиртхи Махарадж, я сам практически это все видел, насколько он был ученый и насколько он татва-гьяну раздавал. И я его знаю последних 30-35 лет. Он был всегда готов, не нужно ему было ничего готовиться никакому. Если ему давали микрофон, сразу с ходу он начинал. Не нужно было ему готовиться. Просто сказали, о чем, какую тему, и он сразу мог ее раскрыть очень глубоко. Так же, как Мадхусудан Махарадж говорил сегодня, что так же, как гопи, типа вот как так же змея сбрасывает одежду, эту свою кожу, не замечает, как это происходит. Так же и Махарадж, он, не отвлекаясь от служения, просто перешел с одного мира в другой мир. И вот в Двадаше я после 4:30 я поинтересовался, принял лекарство либо нет, а в 5:30 мне Хариш Прабху сказал, что Махарадж оставил тело. То есть, ну, Тиртха Махарадж шел очень неожиданно, никто как бы вообще не ожидал. И вайшнав, он всегда присутствует, он то проявляется, то исчезает с наших глаз. Поэтому народ Дастакур в Киртане, он говорит Крипакари, вечера моли. Чистый преданный приходит на эту землю по указанию Господа. Никто без желания Бхагавана не может прийти. Очень много здесь прозвучало сегодня истории про Махараджа. Что еще сказать? На самом деле, идеал его жизни, его служения, его большое сердце. Что еще можно сказать, насколько у него было большое сердце? Я помню еще один случай. Брамачари Саньяси, они на машине
Раджанадал Парикху совершали. Я сам видел, как уже Патитха Махарадж начинает с первой ядры, с первого Раджанадал Паритма до последней. Он никогда не был на машине. Он просто заходил в любой автобус и садился там. Когда все автобусы выезжали, то он садился и пикал последний автобус, какой бы он ни был, и ехал в этом автобусе. Автобус не знал, водитель не знал, куда ехать, и мы вместо Мадувана в Талаван приехали. И он был настолько эксперт в администрации, в управлении. В общем, всегда все работало кашисты, всегда все хорошо работало. И он сам никогда не ездил на машине, всегда просто ездил на автобусе. Много раз он много проповедовал в Китае, у него там много учеников. И несмотря, то есть всем предлагали ехать на машине, но никогда он не ездил. И мы спрашивали, почему вы не используете возможность, почему не ездите на машине? Говорит, нет, я буду ездить на автобусе. Он как Лаукик Садху. То есть он совсем поддерживает близкие дружеские отношения. Равные близкие дружеские отношения. Это как многие бенгальские преданные, они также были его учениками, следовали за ним во время Раджамадала Парикрамы. Его ученик Бхарати Махарадж. Вы можете сами посмотреть, вот когда приедете в Бенгали, вы увидите, насколько бенгальцы любят Тиртху Махараджа. Я обещал ему, что я буду также с ним проповедовать в Бенгали, но, к сожалению, сейчас уже, то есть, уже нет такой возможности. Что еще сказать я могу? Сколько бы вы ни сказали, этого будет мало, на самом деле, не только в этом храме. На Варшане. Если кто-то жертвовали, он все принимал. Он все это принимал и садился в служении Гурудеву. Так же, как наш Прабхуджи, он говорил, все, что бы ни приходило, он все использовал Гуру Сева. Экспертность шастра, тенденция служить, его простая природа, это все очень, пример для нашей жизни. И таким образом он показывает на примере, кто такой настоящий вайшнав. И также выказывать почтение. Он был очень экспертным. Кто-то что-то говорил, он всегда это очень с веселым нравом встречал, смеялся. И Ума Дити, она к нему относилась как к своему сыну, она его ругала даже, но он никогда не обижался на нее, никогда не говорил, почему он так со мной разговаривает. Таким образом, его поведение, его природа, все предложили себе поклон свой его лотосным стопам. На этом я останавливаюсь. Он еще вечером мы продолжим нашу харикатху. А сейчас заканчиваю. Итак, у нас была эта жемчужина, эта ценность вайшнава, и теперь он ушел. Мы потеряли связь с ним сейчас. И
какой бы сяву он. Хорошая Бхактиведанта Тиртха Махараджи ки.